С наступлением лета количество машин на дорогах увеличивается практически вдвое. А это значит, вероятность попасть в ДТП тоже возрастает. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. На данный момент на территории Славянского района складывается довольно-таки напряженная дорожная обстановка в связи с тем, что большое количество транзитного транспорта движется через наш район к Азово-Черноморскому побережью. Это как и в Республику Крым, так и на наши местные курорты Краснодарского края. За сутки порядка 70-80 тысяч единиц транспорта проезжает, заезжает в Краснодарский край. Ну, ориентировочно половину этого транспорта проходит через наш район. В связи с этим образуются заторовые ситуации, так как количество транспорта большое, а инфраструктура дорожная, она еще уже не рассчитана, точнее, на такое количество транспорта. В связи с этим я хотел бы обратиться как и к жителям Краснодарского края, Славянского района, гостям при передвижении по территории Краснодарского края, Славянского района, соблюдать правила дорожного движения, выдержку, не вступать в конфликтные ситуации, потому что культура на дороге – это очень важно. Не надо обгонять, подрезать, двигаться по обочине. Из-за этого только усугубляется положение. Те же заторовые ситуации, конфликтные ситуации. Случаются дорожно-транспортные происшествия, когда транспорт движется по обочине на большой скорости, съезжает с проезжей части, опрокидывается. У нас такие факты уже были в этом году, имеются. Также хотел обратить внимание на то, что в состоянии утомленности. Многие отдыхающие, туристы проделывают большой путь и, подъезжая к Краснодарскому краю, стараются не останавливаться на отдых, а быстрее доехать к месту отдыха. Но это большая ошибка, потому что большое количество часов, проведенных за рулем, ведет к тому, что водитель устает, реакция притупляется. И бывают даже такие случаи, что водитель просто засыпает за рулем. Также у нас есть такие уже примеры в нашем районе, где были и пострадавшие, и погибшие. Вот во избежание этого просим вас очень сильно, если вы себя чувствуете, что устали, у вас покидают силы, остановитесь, передохните. Лучше вы на час, на два позже приедете, но приедете в целости, сохранности и проведете хорошо свой отпуск.